Mansur Azibiev, после ивента Спарта 4. Мансур, ты поражение, понес поражение сегодня на этом ивенте. Что ты думаешь о своем оппоненте? Что ты сделал плохо в этом бое? Что ты можешь сказать? Отдал руку, вот и поплатился. Ну ничего, будем тренироваться дальше. Это был дебют мой, но ничего, через 2-3 месяца. Не будем делать выводы поспешно, все будет хорошо. Я еще себя покажу. Ты будешь дальше боевать в ММА или ты повращаешь в кикбоксинге? И ММА, и кикбоксинг. Ты будешь в этом и в этом спорте боевал? Да, так. Что ты думаешь о сегодняшнем ивенте? Ты думаешь, это была хорошая организация или нет? Ну, и меня впечатлила организация, мне понравилось. Красиво, классно. Все классно. Ты боевал не так агрессивно. Ты не был агрессивно боец в этом файте с Каролом Зеро. Это был план? Такой был план, что ты будешь чекать? Нет, мой план был доминировать, раздергивать, вытягивать. Ну, чуть-чуть прошел ногу, но ничего не поделаешь. Когда думаешь, ты будешь боевать следующий, последний ивент? Посмотрим, может месяц, через месяц. Подготовимся еще лучше. Покажем красивый, хороший бой. Спасибо за интервью.